здравствуйте, друзья. У нас сегодня среда, и, ну, у нас тут среда, а представьте себе, что в Дании, а это уже, у них, наверное, тоже среда, но уже к вечеру, то есть время намного, так сказать, там, наш опережает наше, и вот в Дании сегодня выборы идут, и парламентские. Значит, на этих выборах была такая мулька, что вот там есть, значит, тоже популист такой, типа Трампа. И этот популист, глядишь, вот всех и побьет. И такой антимусульманский, там вот такой, как бы, за белых, как бы. Ну, и это интерес представляет в том смысле, вот эти выборы представляют интерес в том смысле, что как бы мы видим по всему миру какой-то взрыв популизма. Вот, посмотрите, там на Филиппинах такой мужичок прикольный, значит, там все, Обаму мочил. Значит, и в Англии вот этот Brexit тоже такой интересный момент популистский, да, и во Франции там Ле Пен. Ну и так далее. Поэтому, да, вот в Венгрии там тоже товарищ такой, такого же плана. И в Греции, собственно. То есть как, какое-то такое на весь мир снизошло, вот такое что-то популистское. Массы устали от элит правящих. И им начинает казаться, что вот где-то есть какие-то простые решения, и сейчас придет вот свой парень. Ну, свой, вот свой. Там, ну, где из миллиардеров, где там еще из кого. Там, вот. Без костюм, так, в рубашке придет, в джинсах там, и все решит. Ну, в этом есть какая-то своя прелесть, конечно, привлекательность. Вот популизм. Ну и в Европе тоже как бы опасения. Говорят, может быть, сейчас вот действительно что-то такое происходит. И вы посмотрите, вот, например, Трамп, да? Он как бы призывает к развалу Евросоюза. Да? То есть, чтобы нефига, говорит он, вот Англия вышла, сейчас еще выйдут, там, сейчас давайте, пацаны, там, разваливаемся, зачем нам диктат элит, там, еще что-то. И вот он, правда, так как-то говорит, да я чего, я так не имелось в виду, но тем не менее, как бы высказывания очень, очень определенные. Значит, сегодняшние выборы должны что-то показать, это такой индикатор популизма в Европе. Поэтому, я думаю, мы так с интересом понаблюдаем. Я думаю, что осталось буквально несколько часов до того, как там подсчитают голоса. Хотя я, честно говоря, никогда не имел дела с выборами в Дании. Я не знаю, сколько времени у них уходит на то, чтобы что-то подсчитать. Но вот, наверное, уже закрылись там участки избирательные, даже не знаю, вот пока мы с вами тут разговариваем. Я думаю, что, может быть, когда видео выйдет, так уже и результаты будут. Хотя вчера буквально какой-то там опрос делали, и оказалось, что популярность вот этих людей, она как-то вдруг снизилась резко под конец. Хотя, надо сказать, что точно такая же фишка была перед Брекзитом, если вот вы следили. Когда говорили, что вот, мол, вдруг там буквально за день, за два, там, за до голосования, вдруг раз, и как бы поддержка Брекзита как-то вдруг даже упала немножко, вот, и там, ну, те, кто не хотел этого, так даже вздохнули с облегчением, хотя вроде понятно было, что по всем опросам, что и не будет этого, ну, в общем, вы сами знаете, что дальше получилось. Поэтому лично я, например, с интересом наблюдаю, то есть мне интересно, насколько вот эта вот линия. Ну что, товарищ, ну что ж ты встал? Давай уже, ну. Мне интересно, насколько эта линия будет продолжена. Или, может быть, вот только нам тут досталось, а европейцы, как бы, может, почешут репу и что-то, как какой-то защитный механизм сработает, не знаю. Ну поглядим, в общем. Поглядим. Такая вот маленькая новостишка. Счастливо!